Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт М». Thank you.
мы играли с командой Нью-Йорк Сити. Как обычно, начали играть, попробовали новую схему поиграть. Но немножко не хватает, наверное, слаженности. Опять есть ошибки в передачах, выходе. Что-то получалось уже, когда соперник, конечно, расслабился. Но нужно, наверное, больше отрабатывать тактические действия, выход из обороны. Соперник играл слаженно, ну, реализовывал моменты, которых было у них и достаточно. По судейству, как обычно, вопросов нет. Ну и будем попытаться пробовать еще новые схемы, новые комбинации. И надеюсь, что-нибудь получится. Спасибо. Играли с командой Монреаль, выиграли 6-0. Первый тайм получился более-менее равный. Забили гол, не могли второй забить. Потом получилась уже игра на встречных курсах, где мы забили на контратак уже остальные мячи. Все. Команде Монреаль спасибо за хорошую игру. Всем привет! Меня зовут Максим Симонов, и у меня для вас важная информация. Приходите к нам в современный медиа-институт в самом центре Москвы. Мы из вас делаем профессиональных спортивных комментаторов. И вы будете вести нашу программу. До скорой встречи, друзья!